Ну вот, привет, девчонки и мальчишки. Ну, по просьбе моих подписчиков некоторых просили снять мне мою косметику, которой я пользуюсь. Ну, тут есть практически все, ну, наверное, третья часть. Не стала уже сюда приносить ее, вот. Это мои серия духов парфюмерии. Я так вам буду Шанель Алюр убирать с экрана. Вот, это ангел и демон, да? Знаете, из Дживенши, Мантейл, мой любимый. Ну, так же, как у нас Императрица 3, да? А также у меня вот такая вот заровская, кстати, вкусно пахнет очень. Парфюмерия, тот же Мантейл, я люблю его очень, честно скажу. Я пользуюсь только Мантейл Интенсив Кафе, он мне очень нравится. Табака ванили также пользуюсь. Также вот это уже подарок у меня, арабские. Вот. Также мне тоже это подарили, кстати, это... Запах тоже приятный. Ну, он не марковый, да? Вот. Также вот наши любимые духи. Леонид, пожалуйста, из Ланкомовские. Также Джимми Чудо, скажем. Вот. И вот это тоже наше. Ну, в общем, это все уберем, да, такая потихоньку. Также я пользуюсь для лица вот эту сыворотку от Estée Lauder. И еще одну сыворотку уже производства, я думаю, это, наверное, не знаю, в Турции я его брала. Серум, да, называется. Здесь, может, везде называется, ну, сыворотка. Натурактив марки. Тоже неплохая. Вот. Также я пользуюсь. Также я пользуюсь еще. Ну, также у меня есть тональные крема. Вот эти все. Это Турция производства. Ну, это наши лореалевские. Есть такие вот лореалевские, да. Также продолжается в том же духе тоже ихняя. Вот. Это у нас Maybelline штучки. Честно скажу, Maybelline маленько ложится по-другому, но бархатистая кожа как-то становится. Вот это я пользуюсь, когда я куда-нибудь хожу. Выхожу как-то из дома. Вот. Также я пользуюсь мои помады, да? Мои помады, ну их так много. Это какая-то часть, вот. Я люблю даже Флормар. Вот они у меня есть. Они очень мягко ложатся и не сушат кожу губ. Вот. Также Нюксовские. Еще там где-то две штучки есть у меня. Это тоже ихние марки. Также Лореаль. Это тоже люблю, кстати, они тоже мягко ложатся и увлажняют. У них есть такое свойство. Ну, вот эти уже тоже турецкие, наверное, я думаю, La Fera. Такие вот тоже они мне нравятся, матовые. Также турецкие мода, они мне тоже нравятся, тоже матовые. Вот. Еще у меня здесь что? А, ну вот такая вот есть Maybelline, да, Superstay Stick. Вот, кстати, то, что у меня на губах. Да, он на губах как бы хорошо, когда ничего не ешь. Когда начинаешь есть, и, в общем, он как-то слетает с губ, часть остается, часть слетает. В общем, вот. Ну, я его люблю, он ложится... как вам сказать, такой сочный, да, он вообще сочный, у них цвета все сочные. Ну, я взяла один на пробу и думаю, что пока на
этом можно остановиться. Вот, также блеск лореалевский. Ну и еще дальше, да, пойдем. Здесь у меня Max Factor помады. Тоже матовые вроде бы. Это пастель марка. Это не знаю, без... Ну, я и так люблю эту помаду. Это, кстати, мне дочь его подарила. Не знаю, как называется. Ну, явно какая-то марка. Потому что она тоже любит хорошие помады. Ну, вот эти у нас... Так. Это от фирмы MAC. Это NOT. Забыла, как их там название. Консилеры, да, их как там... Вот, это можно не говорить. Это прозрачная такая вот для бровей и ресниц. В общем. Ну и подводочки есть вот такие. Уже не буду говорить. Марки тоже какие-то там. Вот. Есть вот такое тоже, кстати, удобная вещь. Очень с двух сторон светлая и темная, да. Вот. Контур Highlighter Stick называется. Это турецкое производство. А вот. Ну, также BB. А вот. И хайлайтер тоже от Gabrini. Плюс еще у меня вот нюксовский для губ бальзамчик. Кстати, неплохой. Также мои крема Биотерм для лица. Вот этот новый крем, я им очень довольна. Я вообще сама работаю с этой маркой. Я оставлю вам ссылочку внизу под видео. Вы можете зайти ко мне в Инстаграм, у меня там есть свой магазин, и посмотреть. Кстати, у меня с России, с Украины очень много заказывают. Вот, можете посмотреть, вот такой же крем. Хороший крем, очень. Здесь 3 в 1 вокруг глаз. Также сужает поры и плюс увлажняет. Вот такая вот. И кто-то там мне уже сказал, от морщин, да. И, кстати, здесь тоже это есть. А то же все так говорят, как будто никто никогда не постареет, да? Ой, дай бог, чтобы до этого дошли. Любят подковырнуть. Вот. А еще да, туши. Туши я не пользуюсь, видите, да? Такая нарастила себе реснички. Вот. И как-то так. Это у меня основа под макияж. Кстати, неплохая. Габрини беру здесь уже. Также основа под макияж корейская. Очень хорошая. Что у меня еще здесь осталось? Вот эту марку. Это марка, с которой я работаю. Золотая маска, кстати, очень хорошая. С эффектом ботокса. Если что, можете посмотреть у меня там в магазине. Заказ идет от килограмма, потому что отправлять одну штуку, ну, это... Вообще процесс нелегкий, поэтому вот как бы так, по весу килограмм, и желательно до килограмма там. В общем, это золотая маска, которой я пользуюсь. Также мои, это маска рисовая, она просто классная, рисовая маска. Ну, вы знаете, да, японцы любят пользоваться такими вещами, корейцы. Вот, и мне она нравится очень. Ну, здесь такие мои тени, одиночки, так скажем. Вот. Да, я думаю, даже можно их и не говорить. Вот. Всякие разные. 2 в 1. Пастель. Ну, в общем, а вот. Также, ну, вокруг глаз я пользуюсь. Ну, я вообще... Сталаутером пользуюсь, много чего у них беру, крема, вот это все. Это вокруг глаз, это у меня то, что осталось. И вот сыворотка, да, моя.
Это мои умывалки. Вот. Это скрабирующая умывалка. Вот. Это у нас уже как мыло, да? Умывалка. Вот. Это у меня уже для волос я пользуюсь обязательно маслом. Ну и также тут куча карандашей. И она вот так, я ее положила, чтобы мне было удобно. Вот такие вот. И кисточки там все штук, наверное, 10. Вот. Ну и также моя любимая такая вот мои тени. Такие. От Estée Lauder тоже. Ну, это я ими пользуюсь тоже, когда куда-нибудь ходим. Ну, состояние уже, конечно, критическое, наверное. Уже год пользуюсь. Вот. Купила как год. Удобно. Ну и все равно же мелкие опять покупаю. Хотя можно и не покупать. Там есть практически все цвета. Ну, как-то вот так вот рассказала вам немного о своей косметике. Ну, там еще у меня лаки для ногтей штук, наверное, 30 есть, я думаю. Вот. Ну, это много, честно скажу. Но опять же, есть и зимние варианты, есть летние варианты, там как-то вот так, да, пастельные, там все делится, ведь вечерние. Поэтому тоже набирается так много. Вот. Ну, так что я про косметику свою вам рассказала. Думаю, что эта тема у нас уже пройдет. Вот. После этого видео будет у нас видео смело, похрустим. Вот. Также это, наверное, дай бог загрузится сегодня, я думаю. Ну, и хочу вам сказать, может быть, мы с вами прямой эфир начнем с понедельника. Как вы на это смотрите? Вот заранее вам говорю, в понедельник прямой эфир. По нашему турецкому времени, я думаю, 7 часов вечера будет нормально. По вашему это будет... не знаю, где, как у вас. Наверное, на 2-3 часа, я думаю, вперед, да? Вот девочка просто просила, мне как-то говорила, в 10 вечера будет нормально. А вот, поэтому я думаю, если в 7 часов вечера сделаем прямой эфир, будет нормально. Там вы можете задать мне все свои вопросы, которые вас интересуют, и получить на них довольно-таки ответы. А вот. Ну, рада была вас увидеть, да, так, увидеть не могу сказать, не вижу, да. Рада была с вами пообщаться. Вот, надеюсь, в комментариях вы что-нибудь мне еще напишите, спросите. Вот. Ну, а так все, в общем, как-то так. Приезжайте, я вас встречу. Вот. Летом здесь хорошо, правда, уже начались холода. Но сегодня у нас дождик. Опять прохладненько. Вот. Ну, дай бог, с понедельника, говорят, немного погода уже раскроется. Так что счастливо, мои дорогие. Будьте всегда, девочки, красивыми. По мере возможности ухоженными. Любите себя в первую очередь. А потом уже все остальное. А вот. Ну, конечно же, я это говорю помимо родных и близких. В первую очередь своих родных. Потом уже. Вот. Но всегда как бы старайтесь не забывать о себе. О том, что вы женщина, леди. И что некоторые, конечно, не любят. Я скажу вообще это все. Поэтому это видео к ним не относится. И не пишите мне, пожалуйста. Вот я без макияжа хожу. Да, ходите без макияжа. Кому-то кто-то привыкает. Кто-то привык. Я тоже без макияжа хожу. В основном только губки накрашиваю. Все. Вот. Ну и что, реснички сделала. Зачем-то теперь макияж нужен. Подводочка. Бывает.
я вот пользуюсь. Вот. Так что, кто без макияжа, это еще лучше. А, естественно, красота. А это, наверное, на первом месте, да, так скажем. Вот. Но я люблю ухаживать, чтобы у меня всегда все было. Если у меня чего-то не хватает или какого-то цвета не хватает помады, для меня тоже трагедия, я должна бегом идти в магазин и приобрести его. Ну, потому что бывают разные ситуации, иногда не подходит просто, вот ты одеваешься и просто эта помада ну, никуда не подходит. И думаешь, нет, надо приобрести вот этот цвет, да, такой, вот этот цвет бы сюда подошел. Как бы так. Так что я вас всех люблю, уважаю. Берегите себя, свое здоровье. Пусть вас всегда все любят. Будьте любимы и любите. Ну все, пока-пока. Наша рубрика подошла к концу. До свидания. Целую вас. Ну, мне придется подняться, чтобы отключить, да? Окей.